Привет, друзья! Вот настал очередной момент, когда мне пригодится мое сверлильное приспособление. Приводная головка для токарного станка. Вот так она выглядит сейчас. Приварил державку резца временно. Выточил корпус. Подшипники с этой стороны. Шпиндель. Здесь подтягиваются гайки, стягиваются подшипники. Подшипники обычные, шариковые, радиальные. Патрон шуруповерта с резьбой. Здесь хвостовик. Потом, может, какой-то шкив сделаю или что. Сейчас просто патрон подцепляю от перфоратора. А здесь перфоратор. Все, ставится вот так. Все обычно, просто зажимается. Берется индикатор и обкатывается по вертикальной плоскости. И по горизонтальной. У меня завалено. Ну, это тоже решается. Просто подкладываю вот сюда портяночки. Это банка жестяная, алюминиевая. Подобрал толщину, чтобы стрелка стояла на месте, и все. В этой плоскости вертикальной выставился, в горизонтальной тоже выставился, и можно теперь начинать сверлить. Центровать я не буду, буду сразу сверлить 14-м сверлом. Сейчас покажу, как я делал настройку и процесс сверления. В конце покажу, какие детали получились. Смотрим. Установил приводную головку. Сейчас произведу касание и настрою ось вращения по вот этому диаметру. Через бумажку касаюсь. Так вот. Все. Диаметр сверла совпадает с диаметром деталей. Сейчас отведем и переместим на 14 миллиметров по токарному лимбу. Все, 14. Все. Ось вращения сверла совпадает с этим диаметром. Сейчас я его померяю. Отверстия у меня должны быть на диаметре 216. 256 минус 216 получается 40. Это значит, по лимбу мне нужно переехать на 40 миллиметров. Крутим. 1, 2, 3, 4. Все, вот это и есть 216 диаметр. Примерно померить. Ну да, вот так вот он получается. Все, настроился на диаметр. Сейчас установлю на метку 60. Все,
следующим шагом, это нужно здесь с этой гайкой застопорить патрон, чтобы он не проворачивался. Все, застопорил патрон. Теперь можно сверлить. Чтобы начать сверлить, необходимо подключить какой-то привод сюда. Я использую перфоратор здесь. Вот такой перфоратор из Leroy Merlin. Таким образом, чикс соединяем и нажимаем. Вытащить, все вытащили. Все так пока оставляю. Сейчас будем сверлить. Все, 4 отверстия готовы. Лучше, конечно, каждое отверстие сначала зацентровать, а потом уже и сверлить отверстие другим сверлом большим диаметром. Но в данном случае мне это не критично. Даже если немного оно уйдет куда-то, ничего страшного. Мне нужно просто 4 отверстия примерно. Вот такие получились красивые фланцы. Но это не фланцы, это один диск и второй диск. Это съемник подшипника. Это одна часть, это другая. Это все вместе будет стягиваться шпильками и стаскивать подшипник. Здесь будет удалена вот эта часть, чтобы одевать на вал за подшипник.
Вот. Классная штука, которая помогла сделать сразу на токарном. Удобно. На токарном есть делительный диск на 60 делений. Позволяет разделить на 4, 6 частей. Можно и больше. В дальнейшем, когда соберу уже свой сверлильный, я размечать буду здесь, на токарке, с помощью вот этой штуки с центровкой. Ну и сверлить просто буду уже на станке, на сверлильном. Но нужно это переделывать, потому что сейчас я могу зажать его только так. Если я захочу где-то сверлить сбоку, фрезеровать пазы или что-нибудь такое, шлицы, то мне нужно ее развернуть вот так. Видно, что державка, она приварена со смещением. Ее нужно отрезать и переваривать вот сюда ниже. Ну, чтобы такого не было, я просто сделаю здесь держатель с хомутом из толстостенной трубы. Подписываемся, ставим лайки. Всем пока!